have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Здорово. Всем доброго времени суток. Здрасте. Эй, шаг вперед. Итак, давай, Котяра, рассказывай, что, как, где. Мы в этого раньше играли, у меня не такой же большой четвертый уровень, но... Не все в это играли. Да, совсем не все. Вот. Кот тут долго сидел, у него 8 уровень, я тут чуть-чуть сидел, а все остальные сегодня пришли первый раз посмотреть. Давай пати, может, слепим? Да. Кидай. Надо кнопки все выучить. В смысле выучить? Ты 8 уровень. Ты тут родился. Я тут прям скидывание пати, идем со мной. Хорошо, пойдем. Со мной идите. А, сложное управление. Немножечко подпривыкну, да. Ну, короче, смотрите, за камерой поворачивается, не надо... Не туда. Опа. Так, сколько у нас? Раз, два, три, четыре. Нас как раз четыре. Нас пять. Пять? Нас пять. Да, у нас еще пик где-то потерялся. Вот он. Нет, вот он. А кто потерялся? А, ну никто не потерялся. Ну-ка, вот. Давайте заходим посюда. Кто успеет? Что я сделал? Так что, заходить, не? Да, заходи. Да, я зашел. Да, а куда? F. F. SF. А. Сомневаюсь, что это хорошая идея была. Нет, не ты, это ловушка. Нас кот заманил в ловушку. Беги, нет, тебя! Нет, надо было. Это засада. Вы сейчас соло идете, надо было все вместе. Да, я ну же тебе говорил же. Через. Я спрашиваю, что делать? Понял. Так, я немножко. Да. Скребл, на че, выходим? Да. А куда? Как? Ой. Алло. Ладно, вернулись обратно. Тут ребята пытаются себе как-то костюмчики сделать. Так что, куда и как делаем теперь? Давайте, кастомизируйтесь. Я сейчас вообще свой инвентарь посмотрю. Если я зайду в портал, я должен... Японс. Ясно, здесь, короче, ничего интересного, забейте. Я теперь красивый? Очень. Самый красивый. Ящик. Я какой-то ящик открыл. Я пришел к какому-то мужику. Что ты делаешь? Что? Ясно, интересно. Так, а шляпы? Что с этим режимом не так? Я кидаю вас в пати. Ты позвал. А? Я понял, я кинул вам инвайты в пати. Дыхните на Т. Это понял. Ты кнул на Т, да, вот он есть инвайт. Русское Е. Аксепт. Он самый согласится. Где что? Я согласен. А на что согласен? Все, ты только что подписал ипотеку. Я правда лысый? Я как обычно, в принципе. Не хочу быть лысым. Заходи в нашу группу, нажми на русскую Е. А мы сможем... Нет, 4 из 4, все. А, блин. Мы с 4. 4 из 4, ну... Адмирал. Да я теперь... Ты пойдешь в одиночное плавание. Теперь заходим сюда. Все тут, только не нажимайте Enter пока что. F? Вот. А, все, ты сам зашел. У меня... А, оно не... А, все, нормально. Нет, не... Да, нормально. Нет, не нормально. 34. Кто-то еще грузится. Ну-ка, ребят, давайте, поднажмите. Подгруживайтесь. Так, чайник грузится. Да, чайник. Чайник подгрузишься? Не знаю, стоит ли называть чайника чайником, когда он больше не чайник. Как вернуть? Чайник. Всё. Чайник тут. Грустно. Грустно остаться на берегу. Нет, ну блин, я не знал, что там по 4 чайника. Что, нас втроём туда закинуло? Да, потому что чайник. Так мы можем за адмиралом... Блин. Ну, мы ушли в одиночное плавание. Что за три ворта такие? По крайней мере, люди постарались тут синематики сделать, прикиньте. Блин, серьезно? Вот серьезно втроем.
Музыка здесь классная, вот это я помню. Я слышал, что написали, посмотрите, пожалуйста, чё как. Так, погоди, а кастовать магию... Что делать? Я там просто балуюсь. Способ для чего-то... О-о-о, отстань от меня. Ладно, пойду пока что-нибудь следующее поищу для нас. А что с тобой случилось? Погоди. А я это вылетел. А я вышел. Как неудачно случилось-то все, а? Да. Ладно. Сложно реализовать толпу такую в одном режиме. Аж в этом. Целых 4 человека. Да, сложно нас. Так, а сколько волн у нас предполагается? А, 10, я понял. Дезерт, как тебе идея пойти дальше? Плохая. Почему? Запомнили, вот это запомнили. О, вот. Пойдем туда. Так, это... Пика, иди-ка, Пика, иди-ка, сюда-ка. Так, ты это, если они согласны, то можем пойти пока разведку провести, а там... Давайте, давайте, ребят. Вспомним хотя бы все. Пошли. Да. Фрум, кот, вы там согласны, да? Мы Пика. Что? Мы где? На что согласны? По что ты нас подписываешь? Адмирал. Дальше в мультитанк крю. Хорошо, зайдем потом глянем. Давайте, ребят, посмотрите. Пресс-шеф. Давай, присоединяйся ко мне. Блин, я как раз новую эту форму купил. Чуваки, можно теперь вообще выйти на выйти из корабля, идем. А я не помню, было такое или нет? Они из трюма ползут. Пика, тебя сожрут. Не должны. Приятного аппетита. Опана. Слышите, здесь сделали две базы. Выбор команды. Ты какую заходим? Не знаю пока. Так я тут с тобой мотаюсь. Ой, за красных. За красных на второй базе. Зайду за зеленых. Так, я тоже иду за зеленых. Отбились. Я вообще у тебя Пойдем посмотрим, что тут творится. Пика, может сюда? Я не у тебя вообще. Мы теряем людей. Извиняйся. Тут можно прикатываться, офигеть. На shift, да. О, слышь, здесь добавили Т-72, кажись. И добавили Т-72. Народ, только я попрошу тогда из другого режима, пожалуйста, сюда не несите ничего. Это, давайте мы с Адмиралом перейдем в другой чат, а вы там пока потом позовете. Скиньте меня, пожалуйста. Сам перейдешь. Ударил. Хороший. Дабл джемс, неплохо. Поехали посмотрим. Шестой вейв. Ты Грейс взял? Да, дабл джемс. Ой, я посох хочу. Блин, у них 60 кп остается. О, дабл джемс сработал. Press F to buy Грейс. Грейс тебе не надо. Наверное. Почему? Ну я тебя тыкаю. Они стреляют! Нет! Нет! Пика, спасибо. Что? Ты всегда был хорошеньким этим. Да, именно поэтому. Именно все так и было. Наверное, знаешь, можно тогда держаться рядом с Пикой, чтобы он нас не бросил. Да, это определенно правильная идея. Давай еще разочек. Пойдем. А другое есть? Должны были что-то получить. Пойдем в сундука. Пойдем. К сундуку.
Эй, к сундук. Не, это мой сторидж. Тут у меня все самое бесполезное. Я... Да, у меня, кстати, тоже. Все беленькое тут валяется. А... Что? А... Прыгнуть а... надо. Я escape нажимаю постоянно, случайно. Да-да-да, есть вот такая штука. Ого, у меня 1 000 000 монет. Что? А это реально? Нет, 50. Иди ко мне. Ну, блин. Вот. Вот. Стой, а ты где? Ты вот это? Да. И чё? Вот. Ну, не знаю, у меня как-то слишком многовато монет. 1 000 000. Это сколько? Тут лута... Тут лутовые эти сундучки продают, я пока покупать не буду. М это что? Как мне расценивать букву М? Слышишь, нет? Я слышу. Так что такое М? Я даже не знаю. Сейчас... Оно как бы один, но оно как бы М. Пойдем еще одну катку сгоняем? Да. Давай, затаскивай нас. Идем в другой данжен. На что нажимать? Я запутался. Сюда подходи. Нам еще раз надо этот... Нет, не надо. Ты меня своим мечом по башке стукаешь. Убери свой меч, пожалуйста. Зайди. Не. На F. На F тыкнул. У меня голова болит. После дубины или после меча? После или меча. После вчерашнего? После всего. Вчера тебя стукнули головой и мечом. О, это я. И это я. И это еще один я. Да-да-да. Обзавелся клонами. Так, ладно, другая карта. Хорошо. У меня 2 меча. Ну, ZX это у тебя менять. Это как в Dark Souls. Помнишь, ты можешь несколько вещей носить на одном слоте? А? Где все зомби? Мы должны убить их. Тут звуки, как в этом, в Half-Life. Я без звуков играю, я чуть не обвел просто. Понял. А может попасть бы по ним? Было бы неплохо. А может нет, а может да. Ну, первые волны, да, ваншотают, и потом проблемы возникают. Сейчас все откроем. Я опять эскейп нажимаю. Не надо. Отсюда мне сбежать. Я не знаю, эскейп. Зачем я покупала этот костюм, если он такой же, как стандарт? Нажимайте на кьюж для захвата силы. Что это такое? Волну отбили, хорошо. У меня почти левел скоро будет, если доживу. Почти. Да-да-да. Ребята, я открыл новую дверь, пошли туда. Да, 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 конечно, пошли. Офкос. Какое же тут все светлое. Че ты сразу в говно пошел? Только хотела об этом сказать. Купаюсь. Ван. Принимаю. Я вас всех переживу. В этом я не сомневаюсь. Спасите. Спасаю. Ну, с этим ничем не помогу. Это я его убил. Это я его убил. И врун. Оп! Есть. У меня вообще меч бьет или он пластиковый? Крутой меч. У меня щит крутой. И что? Откуда у меня такая шляпа? Че я делаю посохом? Убил. Попробуй это, зажми спейс и потом посох. Да, точно! О, я тоже хочу посох. Надо было тоже посох брать. Спасите. Не спасем. О, а чё они такие сильные?
Я пошел купаться. Хватит уже последнего. Давайте. Я жив. Кто бы говорил? Нет. На. У меня сейчас не спасу. Я сам урою всех. Так, пятая волна. Но это было уже неприятненько. А такой же монтаж в After Effects был, когда я только что его скачал. Так, у меня теперь тоже крутой посох. А мне посох где достать? Ну, он хотя бы посох. Ну, он хотя бы посох. Ну, то есть можно наносить урон дистанционно. О, спасайте меня. Push F to open village. Меч. Я открываю village, а она не открывается, странно как-то. О, instant kill. Да, дайте посох, делитесь. Что это за эффект? Посох, отдай посох! Мы уже достаточно прошли. Где посох литовский? О, весь автор. О, я открыл. Нужны координаты. Там иди сюда, иди сюда! Иду, иду, бегу. Что тут у вас? Есть посох? О, что это такое? А если найду? О, это лазанья. Хотите лазанью? Я не против. Марков Лайт получил. Пошли в пике, а то его сейчас убьют. Со всех сторон, вы офигели! О, тут какая-то книга. А, я меня тоже грохнули. Я был умным, Мы подпустили их с трех сторон, вот в чем проблема. Крутой тиммейт пика. Да, суперский. Мы все его обожаем. Я книгу читал. Конечно, на рейде. Это просто мобы сильные. Это потому что посоха не было. 100%. Так. Ну ладно, ребятушки. Думаю, тогда на этом мы будем заканчивать. Показали вам, как выглядит режим. Сами решайте. Нам нравится. Если хотите чего-нибудь такого средневекового месилого такого, подходите, играйте, набирайте свои пати. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем пока. Всем пока, да.